Всем привет! У нас новый влог, первый влог в этом году. В общем, сейчас что мы хотим Жене налить чаек. У нас время 10 минут 4, и мы сейчас идем играть в русский лото. 3:30 начнется. У нас, знаете, уже сложилась такая семейная традиция. На каждый Новый год мы покупаем билеты русское лото и садимся играть всей семьей. Мы, в общем, купили в этот раз 10 билетов. Представляете, 10 билетов. Мы думали играть втроем. Я, Сережа и Женя. Сережа нету. В итоге получилось то, что Дима сегодня поздно проснулся. И они с Сережей пошли гулять. Сережа говорит, ладно, тогда играйте вдвоем. Я пойду с Димой гулять. В общем, взял весь удар на себя. Ну, потому что Дима начал капризничать, у него уже сон, а сейчас пока его уложь, это вот сидеть надо как мышки, чтобы он там лишний раз не проснулся. Они, в общем, Жень, тебе наливать чай? Ну, давай. Они, в общем, собрались, пошли гулять, а мы сейчас с Сережей, хотел сказать, Женя, пойдем играть в русское лото, и сейчас вот нальем себе чаек. Вообще хотели попить Байкал, мы вчера положили на новогоднюю ночь, Тархун взяли на 100, а Байкал... чтобы он такой попрохладнее был, потому что у нас при комнатной температуре стоял без холодильника. Мы думаем, сейчас он охладится, мы его достанем. Оказалось, что нам хватило одного тархуна. Как и говорится. А Женя говорит, сейчас это нальем, говорит, себе по бокальчику Байкала, говорит, чтобы это в горле не высохнуть, говорит, пока будем сидеть играть. Достал там один лют, а мы и забыли вообще вчера про нее. Ладно, сейчас возьмем чай, пойдем раскладывать билеты. Я вообще не знаю, 10 билетов, как мы сейчас будем справляться. Давай, 3, 6, 5, 4. Я не знаю, сейчас их надо как-то разложить. Вот у нас, я не знаю, уже какой год подряд вот сложилась традиция. Мы вот на новогодние праздники берем, в течение года не покупаем. А вот сам вот этот азарт, не то, что мы там надеемся выиграть какие-то миллиарды. Сегодня, кстати, 3 миллиарда разыгрываются. Я не знаю, сколько мы самые большие, наверное, рублей. 133 рубля мы выиграли. Ну да, где-то вот в районе 150 рублей, вот так мы самые большие выигрывали. Ну, я не знаю, может, назад, может, когда ты нам повезет что-то выиграть. Так, ну все, мы пойдем располагаться, раскладывать билет, покажем, как у нас все будет выглядеть. Сейчас возьмем с собой вкусняшки на эту, как она, рекламную паузу. Так, сейчас пусть пока чай заваривается, пойдем сейчас все расставим там. Так, это пусть стоит. Охлаждаю. Ребят, ну все, мы подготовились к игре. Женя себе взял 4 билета, я 6. Вот, русское лото, прямой эфир уже начался. Здесь мы поставили себе для рекламной паузы чаек, конфетки. Это у нас антистресс будет, будем конфетками баловаться, да, во время рекламной паузы. Все, начинается. Все, ребята, держите за нас кулачки. Все, Женя, удачи. Спасибо. Ребят, сейчас хочу приготовить ужин. У нас сегодня будут куриные котлетки под сливочным соусом. Ну, там салатики у нас еще и под шубой осталась селедка. С новогоднего стола и оливье немножко. Но как раз, я думаю, в ужин мы сейчас все доедим. В общем, на котлетки надо... Они идут, в принципе, как рубленые. Единственное, такой, как соус бешамель еще готовить. Сейчас я вам все покажу. Нарезаем вот такой мелкий кубик филе наше. У меня 2 штучки. Какие-то жилки. В общем, что про русское лото? Сыграли мы с Женей в лото, это русское. У нас из 10 билетов выиграли 6. Мы, правда, не знаем, какой у нас еще выигрыш. Но там вот эти мелкие, знаете, идут уже в конце. Там 100 рублей, 50 рублей. Вот мы что-то из этого выиграли. Но все равно неплохо. Да? Из 10 6 штук у нас удачливые попались. Представляете, там один, я не знаю, мужчина, женщина. В общем, один билет выиграл из Москвы 1 миллиард рублей. Вообще, представляете, вот миллиард рублей выиграли. Потом там, наверное, человек, ну да, 100 человек, по-моему, выиграло по миллиону. Сегодня был розыгрыш 3 миллиардов. Вообще так азартно вот это все. Потом там вот приглашали гостей тоже на передачу, которые прошлый год выиграли по 1 миллиону. Вот они рассказывали свои истории. Кто-то вообще, представляете, купил там один билет, да? И с этого одного билета выиграли миллион. Вот так вот, я не знаю, я вот раньше не верила. Думала, это все лохотрон. А на самом деле нет. Я говорю, мы самый большой, наверное, рублей 150 выиграли за все время.
Вот ты сейчас, я говорю, ну хотя бы все равно половина, часть билетов окупилась, если по 100 рублей считать. Жень говорит, по-моему, один билет у него 200 рублей. Они уже просто под конец так начали быстро диктовать. Мне Жень быстрее, я еще с этими 6 билетами сижу, блин, думаю, чтобы ничего не пропустить. Так что, не знаю, сейчас где-то через полчаса обновится сайт, мы зайдем, посмотрим. Сколько мы там выиграли, я вам тогда уже скажу. Так, ну все, куриное филе порезала вот на такие кусочки. Пока отставляем в сторону. И теперь приготовим соус. На разогретую сковородку добавляем масло. Например, грамм 50-60. Этого будет достаточно. Думаю, как раз немножко осталось. После того, как масло растопится, добавляем сюда одну столовую ложку муки. Вот такую прям с горочкой я положу. И перемешиваем. Будем обжаривать муку, ну, буквально там минута-две, не больше, на среднем огоньке. Так, наверное, я венчик все-таки возьму, чтобы комочков не было. Так, теперь добавляем молоко сюда. Ну, примерно грамм 300-350. Так. То есть чуть-чуть еще можно. Прибавляем газ. И нам нужно, чтобы наш соус как следует загустел. Так, ну все, наш соус уже как следует загустел. Вот видите, как он стал. И на этом этапе добавляем соль. Так, немножко делаю. Еще сюда можно добавить мускатный орех, но я этого делать не буду, у меня его и нету. Я вообще не люблю эту приправу, мне не нравится ни аромат, ни вкус с ним. Так что я добавлю соус только соль. И все, и буквально на маленьком огне вот будем томить его, ну, минутки 2-3. Так, ну все, наш соус готов, отправляем его теперь к нашей куриной грудке. Так, сейчас перемешаю, у меня сейчас все вытечет. И как следует перемешиваю. Вливаю оставшийся соус сюда. Так, также сюда нужно добавить одно яйцо. Надо было миску поглубже взять, потому что много грудки сегодня у меня. Так. Соль. Так, соль, перец. Сейчас сразу перчику черного сюда. И соли. Соль я буду сыпать немного, так как мы уже соус наш солили. Совсем так чуть-чуть солю. Так, и также нам сюда понадобится крахмал. У меня картофельный. Ну, я, наверное, вот сейчас его весь досыплю. Буквально тут полторы ложки, наверное. И все как следует перемешиваем. После того, как мы все это перемешаем, пробуем на соль обязательно, чтобы все было вкусно, солено. И убираем в холодильник, ну, на час-полтора где-то постоять. Ребят, пока курочку у нас маринует, сейчас вам покажу, что вчера Диме на Новый год Женю купил. Ну как, напополам мы сложились и купили Жене. Вот такой вертолетик, как раз сейчас его запускаем. Вчера я вам уже не стала ничего показывать. Вот. На пульте управления, потому что Сережа с Димой был, но он сломался. Дима нельзя. Вот решили еще один такой купить. Диме уж очень нравится они. Но это в основном Сережа ему выбирал. Дима оценил. И также Дима себе сам выбрал вот такого чебурашку. Сейчас я вам включу. Сейчас песенку вам споет. Такую песенку он поет. И еще дед подарил, в общем, Жене и Диме на Новый год вот такую машину на пульте управления. У нас тоже одна такая была оранжевая, но она у нас сломалась, так что вот замена ей. И вот такой еще подарок. Это термосумка, и там, в общем, были конфеты в ней. Ну, сейчас она уже пустая, мы конфеты все выложили. Вот на лето пригодится такая термосумочка, очень удобная, такого среднего размера, вот видите.
Вот такие вот подарочки у нас были. Ребят, ну все, прошло уже 1,5 часа. Я налила на сковородку масло, убавляю на минимум газ и начинаю укладывать уже наше куриное филе сюда. Выкладываю тоненьким слоем, чтобы котлетки быстро прожарились хорошо. Буквально с каждой стороны будем обжаривать по 3 минутки. Вот такие котлетки будут. Да нет. Вот так вот поровнее можно сделать немножко. Вот так. По 3 штучки на сковородке. Буквально там 2-3 минутки с каждой стороны. Я сейчас газ чуть больше маленького поставлю, такого вот среднего будет. Вот такие вот котлетки у меня получаются. Вот здесь чуть-чуть осталось, буквально 4 штучки. Отварил еще спагетти. Вот Диме тоже немножко положил. Не знаю, может поест. А то он так смотрел, когда я на дуршлаг откидывала. Вот Жень тоже сел ужинать. Жень, приятного аппетита. Нежные, да, такие котлетки? На горе, это вот, знаете, принцип то же самое, как рубленые котлеты. Единственное, в соусе бешамель филе маринуется. А так то же самое. Единственное, понежнее только получаются они. А так суть, в принципе, одна и та же. Смотрите, у нас здесь никак Байкал еще не разморозится. Уже когда мы его на часов 6, да, назад поставили? Перед русским лото 3 часа где-то было. Время 5 минут 9. Вот кусок льда еще. В общем, Жень проверил, пошел билеты на ноутбуке. В итоге мы выиграли сколько, Жень? 600 рублей. Да, каждый билет по 100 рублей. В общем, окупились нам 6 билетов. Я не знаю, вот завтра, получается, 2-е число, да, будет почта работать. Нет, сходим, если что, обменяем вот эти 600 выигранных билетов на почте. Ну, на 6 других билетов, в общем, на новые. Если еще там имеются в продаже. Так что такие дела. А я сейчас пойду ванну наберу, немножко ванны, плюс хотя бы минут 40. Говорю, надо пользоваться моментом, пока у Сережи выходные, хоть могу себе позволить в ванной чуть-чуть полежать. Но все равно недолго, потому что вот время 9 час, все равно уже сейчас Диму кашей, да, кормить, хотя полчасика порасслабляться. Так что, ребята, такие дела. Играйте тоже в русское лото. Блин, вот, да, кому-то повезло, миллиард выиграли, блин, так классно. Это все, я говорю, вот жизнь прям обеспечена, несколько жизней, можно сказать, обеспечил себе. Ну, это тоже. Ты можешь купить и 1000, но не факт то, что это 1000, ну, будет, ну, как выигрышный. Ну, да. Это как повезет. Ну, и ничего. Мы тоже не расстраиваемся, мы этому рады. Так что вот такие дела, ребята. На сегодня мы уже, да, будем заканчивать свой влог. Всем пока-пока. Как всегда, увидимся с вами завтра в следующем влоге. Всем пока-пока.